Всем привет, друзья! Перед началом обзора хочу попросить, подпишитесь на мой телеграм-канал и на ВК-видео, ссылочки в описании, друзья. YouTube морозят, тормозят, я не знаю, какая у него будет дальше судьба. И чтобы вы могли продолжать смотреть обзоры, собственно, вы их можете продолжать смотреть в телеграме или ВК-видео всегда. Я думаю, это не заблокирует, по крайней мере, в ближайшем будущем, очень на это надеюсь. Ну а мы с вами переходим к обзору. Очень классной коляски. Наверное, она входит в десятку самых популярных колясок в сети магазина First Buggy. Это Tutis Mio 3 Plus, обновленная версия. И перед вами моделька, представленная в эко-коже. В названии приставка «эко» будет означать всегда, что вы ориентировались, что здесь элементы эко-кожи присутствуют. И цвет беж-эко называется у нас. Как по мне, очень стилево. Такой кофейный, кремовый, коричневый, не знаю. С черным прям очень хорошо смотрится. Вот. Давайте в двух словах технические характеристики. Tutis Литва, кто не знает, гарантию производитель дает год. Вес с люлькой, если это не эко-кожа, 10,8 кг. С эко-кожей 11 кг. Вес с сиденьем, с прогулочным, 10,9. В эко-коже 11,5. Спинка у нас регулируется 120-170 градусов. Нормальный такой диапазон. До 4 в среднем лет можно использовать коляску, так как она до 22 кг выдерживает ребеночка. 61 сантиметр колесная база. В принципе, везде в любой лифт вы спокойно заедете. И размер люльки 75 на 32. Это хорошая большая люлька, друзья. Прям хорошо. Давайте сверху вниз начнем изучать. Комплектацию 2 в 1, напомню, рассматриваем. И с люлечки начнем. Черный элемент – это ткань. Это у нас эко-кожа, чтобы вы сразу понимали. Сразу из фишек козырька. То, что здесь хорошая ткань, это все и так понятно, все хорошо. Вот такой здоровенный у нас козырек. Здесь у нас есть отверстие, чтобы мы могли взяться и перенести. Это все у нас так убирается, потом вот так убирается. Кстати, здесь внутри в козырьке звездное небо для ребеночка. Вот. Очень интересный элемент. И сразу что хочу заметить, у нас здесь вот так открывается здоровенная секция, летом можно супер круто проветрить, потом открывается вот эта секция, и вот смотрите, у нас прям красотища вырисовывается. И что еще добавляет нам комфорта для ребеночка, это супер крутейший, я бы сказал, матрасик, сделан из супер натуральных материалов. Еще бренд Moon немецкий делает супер крутые матрасики. И теперь это делает и Tutis. Матрасик, друзья, я считаю, это очень важный элемент, потому что я лично не могу спать на диване. Я могу выспаться, отдохнуть нормально только на хорошем матрасе. Поэтому вот почему ребенку не должно достаться хорошего матраса. Как по мне, матрасик шикарный. Он здесь запечатанный, но я его уже щупал. Не этот, а другой, да? И я вам скажу, очень качественная, приятная, тактильная вещь. Плюс совокупность с термокотом. В основании здесь используется система термокота Tutis. Это дно люльки, такое, знаете, перфорированное, с воздушными каналами. Оно летом держит прохладу, зимой тепло. Поэтому вот такая регулировка своего рода климата для ребеночка. Поэтому люлька здесь максимально интересная, друзья. Очень приятные материалы, все хорошо. Что мне еще нравится? У нас здесь доступ к ребенку. Замочки открылись с двух сторон. Все очень хорошо. Плюс убрать, чтобы козырек с одной стороны, нажимаем и опускаем. Бесшумно, все хорошо. И вот, кстати, то самое, видите, звездное небо. Как по мне, прикольно получилось. Вот так вот. Собственно, люлечка здесь просто прекрасная. Я не знаю. Один минус у нее есть, друзья. Причем мне лично не нравится. Но всегда можно съездить в Максидом, там Леруа Мерлен, и купить для мебели такие специальные накладочки, есть мягенькие. Сюда три штучки приклеить, или по бокам 4, и спокойно ставить на землю. Видите, здесь просто на асфальт, на улице вы, ну, не кладите, потому что можно повредить. Поэтому я ее аккуратненько убираю, и мы переходим с вами к обзору прогулочного блока. Прогулочный блок, друзья, он реверсивный, и по ходу ставится, и против хода ставится. В комплекте у него, кстати, идет хорошая накидка на ножки. Где она у нас? Вот она у нас. Вот такая большая накидочка на ножки. Она непродуваемая, непромокаемая. С этим все хорошо. Поэтому в непогоду
будет защищать ребеночка хорошо. И, кстати, в комплект еще входит вот такая сумочка. Сумка-рюкзак, так сказать. Это сейчас очень актуальная тема. Мне кажется, рюкзак поудобнее, чем сумка. Закинул на плечо, и все хорошо. Там, кстати, идут дождевики, москитки. Единственное, нету подстаканника. Поэтому подстаканник нужно докупить отдельно. Вот у нас, собственно, козырек, тоже комбинированный. Вот эта секция, она у нас, видите, на замочке. Есть еще одна секция. Здесь у нас, видите, москитная сеточка. Так, смотрим на максимально лежачее положение, 170 градусов. Хорошо. 120 градусов. Такая хорошая капитанская посадочка. Как по мне, мне лично очень нравится. В комплекте у нас матрасик. Очень удобная регулировка высоты ремня. Вся система замка стала у нас магнитная. Вот очень удобно. Просто получается, прикладываем два элемента и сверху просто прикладываем замочек. Он сам приклеился, и все хорошо. Также есть перемычечка. Бампер у нас откидывается во все стороны, как угодно. И что мне нравится, ручка и бампер, собственно, отделаны таким прорезиненным, приятным материалом. Вот эко-кожа, она все-таки стирается, да, юзается, лопается, трескается, а этот нет. И держать приятно. Хороший, приятный хват, толстая ручка. В общем, с этим все хорошо. Есть подножечка. Здесь все тоже в эко-коже, чтобы можно было помыть спокойненько. Ступенька для ребенка, чтобы он мог взбираться сюда спокойно. В общем, все хорошо. Что касается ручки, друзья, регулируется она в широчайшем диапазоне. Любой родитель подберет для себя, собственно, высоту этой самой ручки. Давайте теперь поговорим с вами о шасси, так сказать. Шасси добротное, друзья. Тутиса, в принципе, с качеством все хорошо. Вот с этой всей старшей линеечкой все здорово. Колеса мягенькие, резиновые, очень мягкая амортизация, чуть плотнее спереди, конечно же. Есть возможность чуть поджать пружины. Есть специальный снизу переключатель, чтобы ее придавить, и она станет чуть плотнее. Нормальный, полноценный, классный, как по мне, с хорошим доступом. Ведь это можно так отодвигать. Багажник с высокими бортами, ничего вываливаться не будет, и он достаточно крупный. Для жизни вполне себе всего хватает. Нажимаем, видите, я тут одним пальчиком тормоз снимаю, ставлю, и все это делаем подошвой, то есть не портим свою обувь. Очень легко снять колеса, и очень большая такая, друзья, рекомендация. Опа, щелчок. Хотя бы раз в 2-3 месяца снимайте, смазывайте, продувайте ВД-шкой, промывайте все, смазывайте, и потом сверху с силиконовой смазочкой, чтобы и ржавчина вышла, потому что она все-таки образовывается, от этого никуда не денетесь. Вот, и потом силиконом, и все будет прекрасно. Не заскрипить, ничего с ней не произойдет. Поэтому все хорошо. Колеса передние, естественно, можно заблокировать. Так, собственно, что еще? Да, в принципе, все. Давайте посмотрим, как ее можно сложить. Собственно, что у нас со складыванием? Насколько я помню, ее можно сложить вместе с блоком. Проверяем. Да. После чего запрокидываем вот так. Хорошо. Вот так. И вот эту часть можно сделать вот так. И, собственно, все. У нас получается такая крупная, полноразмерная, вседорожная колясочка. Складывается вместе с прогулочным блоком и имеет такой достаточно компактный вид. Как по мне, это очень хорошо, потому что большинство колясочек таких больших, полноразмерных, нормально с прогулочным блоком не складываются. Даже если складываются, ну, такие достаточно объемные получаются. Здесь же с этим все хорошо. Красота. Собственно, друзья, все, что хотел рассказать, рассказал, подытожу. Одна из самых популярных моделей входит в десятку, я думаю, точно, самых востребованных колясок в нашей сети. Одна из самых легких колясочек среди вседорожных. Я считаю ее после обновления достаточно стильной колясочкой с хорошим сочетанием цветов, особенно в варианте эко. Прям четенько. Очень приятно, классно рулится, хорошие колесики, супер крутой матрасик с очень хорошей люлькой.
Ноль претензий. Хорошая комплектация, только докупите универсальный подстаканник и будет вам счастье. Собственно, вопросы остались. Комментарии открыты, пишите, по возможности отвечу. Ссылка на эту колясочку внизу в описании. Ну а вам хорошего выбора, удачи на дорогах.